Я, Хубиев Касымхан, ученик 9-го D-класса, подготовил интегрированный проект по химии и физике по секции «Альтернативные источники энергии Экспо-2017. Основываясь на теории гальванического элемента». Для проверки теории гальванического элемента нам потребуется соль, а также вода, медная и алюминиевая пластины и мультиметр. Мультиметр нам потребуется для того, чтобы зафиксировать выработку электрического тока. При помощи проводников подсоединяем алюминиевую и медную пластины к мультиметру. Поочередно погружаем соленую воду. Через некоторое время мы видим изменение показаний мультиметра. Это свидетельство выработки электрического тока. Этим можно сказать, что теория гальванического элемента доказана. Исследовав воду и гальванический элемент как источник альтернативной энергии, была разработана некая гальваническая электростанция, которая может располагаться на прибрежных регионах морей и океанов, а также и рек. Данная гальваническая электростанция способна обеспечить электричеством прибрежные регионы. Гальванические элементы данной электростанции имеют форму маховика для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения, что обеспечит постоянную выработку электрического тока. Также был разработан бизнес-план проекта. Одна электростанция может вырабатывать до 230-260 кВт в час. Стоимость одной электростанции обходится $70 000, а окупаемостью в 13 лет. Все идеи, предоставленные мной, предназначены для успешного проведения Экспо-2017. Я также хочу внести свою лепту в развитие альтернативной энергии в Казахстане.